Бари матч және Бейбарыс жеңіске қуатталған. Хороший матч получился для нас. Реализовали свои моменты. Где-то, конечно, немножко ошиблись, пропустили голы ненужные. Но это хоккей, игра. Все ошибаются. Вот, в принципе. Ну, это единственное, сказывается только, наверное, на том, что мы больше играем. То есть у нас всего три звена. Вот, у нас много ребят болеют. Поэтому играем за них тоже, и за ребят, которые на Кубок Первого канала поехали. Ну да, но мы пропустили гол, поэтому от защитников требуют играть на ноль. Ну, так сложилось, да, два раза бросил, два раза попал. Я не знаю, не смотрел еще.